Я вот вижу, у вас там медведь на футболке. Да. Знаете историю этого медведя? Ну, как вообще он появился как символ России? Ну, расскажите, интересно очень. Не, ну, я же спрашиваю вас. Не, да мне интересно, я у вас послушаю, ну, в сказках там. Да не в сказках, вообще откуда это взялось? Расскажите мне, если вы знаете историю. Ну, вы видели там, например, карикатуры 19-20 века? Нет. Когда изображались там европейские страны, Россия и другие. Так это европейцы вас изображали так просто, что как ассоциация с медведем, таким грубым, неадекватным, который это может... Это вы сейчас придумали, да? Не, посмотрите карикатуры 19-20 века. А то, что было до 19-20 века, то, что всегда... Ну, а что там было? Медведь считался царем и всей Руси, так это вам... Ну, вы говорите то, что вам удобно, правильно? Неудобно. Я просто видел эти карикатуры, там Первая мировая в том числе. Да это не важно.